Снова здравствуйте. Ну и Silent Hill 2. Продолжаем. А куда идти-то? Где лестница была, простите? Тут, здесь, по идее, здесь. Фак. Эй, лестница. А на каком-то этаже было? Третий вроде бы. Да, должен быть третий, раз мы, я помню, мы долго спускались, поэтому. Поэтому третий. Сколько, какой там был пароль? 377, чего-то там. Правильно? Давайте посмотрим. К счастью, у меня есть фоточка. 377, пофиг. 377, пофиг. Где оно? Тут-то, здесь-то. 37... А, 7335. Fuck you. 7335. Окей. Okay. Можно быстрее. 7335. О, это так приятно. Когда что-то работает. Интересная музыка. Это выглядит плохо. Там никто в темноте не двигается. Двигаются потихоньку. О, это музыка. О, перезарядка опять. Каждый раз. Туплю, согласен. Эй, ты. What the fuck? Ты опять манекен? Да, окей, манекен. Иди сюда. Бум. 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 Бэнг. Это Инуяшки референс? Я своими референсами достал сам себя. Окей, давайте вернемся теперь обратно. И исследуем комнаты. Окей. Направо. Фак. Налево. Фак. Пожалуйста, отойди, дура. Окей. Окей. О, но. О, окей. Интересно. Ты в порядке? Хеллоу. Хелло. Хватит светить ей в глаза. Джеймс, погоди минуту. Ну, там ключ лежит. Я немного устала. It's just a hangover. Это похмелье. Okay. Врёшь ведь. Тебе надо отдохнуть. So comfy. Так уютно. Comfy. I'm gonna go look for her. For Laura. Пойду искать Лору. Как можно быстрее. Короче, скоро вернусь. О, смотрите-ка. Ключ от крыши. Джеймс, я хочу тебя спросить кое-что. Что если ты не сможешь найти Мэри? Что ты сделаешь? Что ты тогда будешь делать? Я об этом еще не думал. Ну, хорошо поговорили. Ну вот, теперь мы одни. Fuck you. Окей. Так, и ты опять здесь. Я вас вроде бы добил полностью. Да, 100%. Это вы иногда все-таки появляетесь, правильно? Так, мы были в С3, правильно? В С3 она находилась, по идее. Окей. Удачи. Я боюсь, что сейчас опять, блин, появится заново. Так, С4. Окей. С5. Нет, никак. What the fuck? Что тут у нас? There's something stuck in the drainage pipe. Короче, что-то в трубе застряло. The hole is too small, like I can't get my hand inside. Что мы не можем никак достать, потому что дырка маленькая. Maybe if I had a long narrow tool. Ну, у нас этот есть. Как его? Гвоздик. О, недостаточно длинный. Класс. Мне кажется, где-то в каком-то Silent Hill была такая же головоломка. Я почти уверен. Мне кажется, это было в Silent Hill 3. Нам нужно просто найти теперь веревочку, я так понимаю, нитку, что-нибудь. С8. Лифт, как всегда, не работает. Ага. Окей, супер. О, вот и фак. Где? Там?
Эп, там. О, боже, это так страшно издалека. Сблизи тоже. С-11, окей. Запомнил. 3 выстрелов достаточно, к счастью. Давайте перезарядимся. О, вовремя. Сколько у нас патронов? Мне что-то немножко страшно. А, это шотган, окей. Пойдет, в общем-то. Не то чтобы много, но не то чтобы мало. Правильно. Сейвпоинт, найс. Давайте тогда загоняем, прежде чем сохраниться. Давайте загоняем тогда в остальные комнаты. 12, 13 и 14. Окей, блин, я не рад. Надо было сохраниться. О, what the fuck? Так, на стене что-то написано. Луис, I'll take care of you forever. It's my destiny. Короче, я Луис, я буду заботиться о тебе вечно. Всегда, навсегда, короче. Это мое предназначение, это моя судьба. Здесь 3 замка. Уф. Так, давайте посмотрим. У нас, потому что у нас есть фотографии все-таки. Так, зачем тогда я вот это делаю, зачем, непонятно. У нас точно что-то есть из этого. Давайте посмотрим. 3-2-9-7. Интересно, из какой из замков? 3-2-9-7. Может и нет. Значит, это 3-2-9. Yes, окей, это 11. От этого мы не знаем. Правильно? Ну, это может быть, конечно, 7-3-3-5, но я сомневаюсь. Ну, давайте на всякий случай. Упс. 7-3-3-5. Ну, естественно, нет. От вот этого у нас есть... Я не думаю, что у нас есть от этого ключ. Подождите, давайте посмотрим. У нас есть какие-то ключи. Кроме крыши. Руфки. У нас есть вот эта хрень, но я не думаю, что... А, это вот этот. Точно. Yes? Yes. Так, нам, значит, нужен еще один код. Вот этот. И хрен знает, что это за код. И где он находится. Ну, наверняка на крыше, правильно? Окей, сейчас. БП, где мой таймер? Халло? И давайте сохранимся. И... Сохранимся и... На крышу. И зная Silent Hill, на крыше, небось, босс будет. Хотя, конечно, рановато для босса, но... Что-нибудь да произойдет 100%. Даже, помню, в первой части поднимались на крышу. Там-то этот босс ящерица. Во второй... Ой, в третьей части там был мотылек босс. Четвертый я не помню, было ли что-то. Вот. Потому что четвертую не очень хорошо помню. А где у нас была лестница? Нос чешется, вот она. А, нос. Ужасная чесотка. Я очень сильно извиняюсь. Прям серьезно сильно. Что слишком тихо. Халё? Это прям как в моих китайских мультиках. Так, что-то валяется на полу, это дневник. Май, 9 мая, дождь. Stared out the window all day, peaceful here, nothing to do, still not allowed to go outside. Короче, таращился весь день в окно, здесь мирно, нечего делать, наружу не пускают, окей? Okay? Все еще дождь идет, поговорил с доктором немного. Would they have sent me if I didn't have a family to feed? Спасли бы они меня, если бы у меня не было моей семьи. Я знаю, что я жалкий и слабый, не все могут стать сильными. Снова дождь, и таблетки, собственно, ну, хреново ему от таблеток, ну, не от таблеток, конкретно от лекарств. If I'm only better when I'm drugged, then who am I anyway? Если мне лучше только когда я под таблетками, под медициной, тогда кто я вообще такой? Как всегда, дождь, не хочу никому никаких проблем, как бы, создавать, но я в любом случае... Всем, собственно, только мешаю. Can be symptom. Неужели это действительно грех убежать вместо того, чтобы сражаться? Some people may say so, but they don't have to live in my shoes. Некоторые люди могут так сказать, но им как бы они не я. It may be selfish, but it's what I want. Может быть, это и эгоистично, но это то, что я хочу. Слишком тяжело. Так
слишком уж тяжело. Снаружи, наконец, теперь светло. Ну, не светло, а дождя нет. Доктора сказали мне, что меня отпускают, что мне нужно идти домой. Я... И все. Здесь заканчивается дневник. Больше ничего не написано. Что здесь делает дневник? No. Не знаю, может, он спрыгнул. Правильно? Он, она, неизвестно. Вот-топ! Ой, нет! Я же говорил, крыша! Фак! Это прикольно сделано, понимаете? Это опять же, это был не скрим. Ты идешь, и ты слышишь вот этот вот шум, да, постепенно. Скрежет этот дурацкий. Фуф. Найс. О, естественно, у нас мало HP. Ну, тупо, что это гарантированный дамаг. Но это, наверное, такой дамаг, который... который тебя бы все равно не убил, даже если у тебя было минимальное количество HP, никак тебя бы это не убило. Так, ну это было бы... Эй, я сюда зашел на эту сцену, на эту крышу, произошла касцена, и я помер. Класс. А, еще надо. Найс. Окей. А, мой нос. Что мы здесь, может быть? Фак, куда мы приземлились вообще? А, какую-то дверь мы открыли. А, это и эта дверь. Окей. Так где? Окей. Чего? Что-то написано на стене. If Joseph looks calm, he can be taken out of his cell. Если Джозеф выглядит спокойно, его, собственно, можно из его заключения достать. Скажем так. Из его клетки. О, фак. Окей. Выглядит не особо симпатично. А вот и пароль. Turn the numbers, better not forget them, so I'll write them... Write, не write, а W должно быть вначале. So I'll write them down here, the other one, my secret name. Короче, что-то номера, короче, нельзя их забыть. Я их напишу здесь, а другое... Это мое секретное имя. Здесь 7857 написано, правда? Я не слепой. 7, 8, 5. Ну да, 7, 8, 5, 7. Давайте сфотографируем. Ну а другое его секретное имя. Я не знаю, какое твое секретное имя-то. Секретное имя Джошуа. Или Джозефа, я не помню. Ох, прям клаустрофобия здесь, правильно? Так, секретное имя Джозефа. Окей, надо запомнить. Джозеф Джостар. Ну, это все. Ну-ка. Секретное имя Джозефа. Секретное имя Джозефа. Что такое... Что является секретным именем Джозефа? На каком мы этаже находимся вообще? Это у нас этаж номер... Номер 3. Ну-ка. Значит, нам надо... Пройти вперед и налево. Ну-ка. Хип. Монстры. А, не. Окей. Всяк случай пока что нет. Только мертвецы. Окей. Фух, 7557? Или как там было-то? Я уж не помню. Быстро у меня память, да? Помирает. Фак, камера, уйди. Мне нужно... Вот. 7857. Ну-ка. 7, 8, 5, 7. Yes. Hello. Ну так. Окей, это было странно. Так я могу это теперь открыть или? Полагаю, что нет. А, нет, стойте, нам, наверное, этот ключ нужно вставить, который странный, правильно? Да? Yes! О, боже, это... Ох, я думал, кто-то кричит. А внутри коробки ничего нет? Нет, я не прав. Здесь несколько волосков. Ну, собственно, как раз волосы мы и привяжем. Крючку. Эй, найс. Монстры. Нет, okay. Здесь цейпоинт должен быть. Найс. Халё. Халё, красная записка. Я извиняюсь.
Я иногда, очень часто, я говорю всякую странную хрень. А, давай здесь притормозим. Конечно, 15 минут не так уж много. Ну, что поделать. Если понравился этот эпизод, то поставь лайк. До встречи.